Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении еще 23 сел в районах Хаджалы, Хаджавент, Физули, Джабраил, Кубадли и Зенгеландского района. В интервью телеканалу BBC News Алиев сказал: «Мы будем воевать до конца, пока Армения не возьмет на себя обязательства по выводу войск с оккупированных территорий. Я считаю, что Армения совершает большую ошибку, потому что, если бы они послушали нас с самого начала, война давно бы прекратилась, и мы уже были бы за столом переговоров. У нас с Турцией в той или иной степени есть такой же формат, законная база, как у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и ему понадобится военная поддержка Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант. Думаю, что происходящее в настоящее время будет продолжаться, и таким образом какого-либо военного участия Турции не понадобится. Но много лет назад мы подписали с этой страной документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии», — добавил президент Ильхам Алиев. Надеемся, намек Алиева понятен, и военная помощь Турции Азербайджану не понадобится. Делитесь этим видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию.